Здравствуйте, меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест о проекте Skyway в домашнем формате. Смотрите в этом выпуске. Светлана Волошина рассказала, какие страны заинтересованы в Skyway и как пандемия повлияла на развитие проекта. Сотрудники ЗАО «Струнные технологии» начали подготовку к сертификации Юнибуса в Европейском Союзе. Вышло два новых видео с подробным разбором преимуществ Skyway. Остановимся на этих событиях более подробно. Начальник управления развития бизнеса ЗАО «Струнные технологии» Светлана Волошина рассказала, как пандемия повлияла на работу компании и чем сегодня занимается отдел адресных проектов. По словам Светланы, во время пандемии вырос спрос на малогабаритные и безопасные транспортные средства. Технология Skyway как раз соответствует этим критериям. В частности, одно из перспективных направлений разработки – безопасный грузовой транспорт. В таком транспорте нет водителя, который может спровоцировать аварию и повлиять на эффективность бизнеса. Напомним, сегодня специалисты проекта разрабатывают грузовой юникон для перевозки морских контейнеров без участия человека. В интервью Светлана также отметила, что сегодня технология привлекает внимание во всем мире. А в последнее время запрос на струнный транспорт появился и в Беларуси, где расположено главное производство Skyway. В конце интервью Светлана рассказала, что проекту удалось снизить один из ключевых рисков – технологический. Так, технология Skyway уже проходит испытания и сертификацию на территории экотехнопарка, где успешно подтверждает свою эффективность. Полное интервью со Светланой Волошиной смотрите по ссылке в описании. Сотрудники управления подвижного состава ЗАО «Струнные технологии» начали подготовку к сертификации Юнибуса U4212 в Европейском Союзе. Один из этапов подготовки – сбор необходимых данных, которые понадобятся, чтобы подтвердить соответствие всех систем Юнибуса требованиям нормативных документов. К таким данным относятся полное описание конструктивных особенностей, принципов работы Юнибуса и его отдельных элементов – тормозной системы, систем движения, дверной системы и многих других. Напомним, сертификация – один из важнейших этапов в процессе подготовки транспорта для коммерческой реализации. На этом этапе происходит подтверждение безопасности транспорта и соответствие государственным стандартам. Пройденная сертификация будет подтверждать, что Юнибус U4212 соответствует стандартам транспортной безопасности в Европе. Информационная служба Skyway опубликовала два новых видео с подробным обзором главных преимуществ струнных технологий. В первом ролике вы узнаете, зачем транспорту Skyway так много видов путевых структур. Напомним, в центре испытаний струнного транспорта в Беларуси действуют 5 видов трасс для разных целей. Такое разнообразие конструкций позволяет построить Skyway не только в городе, но и в местах с разным природным ландшафтом. У каждой путевой структуры есть свое предназначение. Например, провисающая путевая структура подходит для небольших видов транспорта. А вот жесткая или ферменная путевая структура позволяет перевозить тяжелые грузы до 40 тонн. Во втором видео вы в подробностях узнаете, как устроена технологическая основа Skyway струнный рельс. Напомним, внутри струнного рельса находятся пучки преднапряженной стальной проволоки и специальный наполнитель. Такая конструкция позволяет построить непрерывную и ровную трассу на протяжении всего пути. Еще больше подробностей о преимуществах Skyway по ссылке в описании. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи!